Елена Уланова. Дайте, пожалуйста, код от Морока для правды. Спасибо сердечное за духовное имя, оно прекрасно. Пожалуйста. Итак, я так предполагаю, вам необходим определенный код, который уберет вранье и у вас, и у ваших близких. Такой код действительно есть. Если начитать такой код у себя в доме, в квартире, в бизнесе и так далее, он устранит любое проявление лжи, и людям не захочется ни вам врать, ни вам самим не захочется врать, ну и так далее. Итак, что это за код? Его можно разделить на две части или читать одним слогом. Звучит он так. Хья на вдохе, яюх на выдохе. Хья-яюх или яюх-я. Правильно и так, и так. Яюх-я, 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 яюх-я. Можно произносить его в виде двух слогов. Яюх-я, яюх-я. Можно одним слогом. Яюх-я, яюх-я. Таким образом, начитайте его 108 раз. Это уберет у вас морока, который заставляет окружающих людей вокруг вас лгать вам, обманывать.